Китай приветствует прогресс в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом на днях заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, подчеркнув, что обе страны являются друзьями и партнерами Китая. Мой коллега из CGTN расскажет, как процесс делимитации и демаркации границ между Баку и Ереваном повлияет на развитие среднего коридора, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Здравствуйте, Гауфэн. Да, здравствуйте, коллега. Конечно же, это хороший сигнал, что в Закавказье все-таки возможно решать такие территориальные споры мирным путем, в диалоге. В Китае эксперты, безусловно, следили за тем, как идут процессы между Азербайджаном и Арменией. Мы в Пекине понимаем, что мир и стабильность – самые важные предпосылки для развития региона. Но отмечу, что важно это и для международного развития, например, торгового коридора, проникающего через регион. Хочу напомнить, какие большие усилия были приложены странами для развития этого торгового маршрута. И еще больше темпы выросли после саммита Китай-Центральная Азия. И как пример, запуск торговых поездов между КНР и Азербайджаном. По ожидаемой части транспортного коридора в прошлом году прошел первый поезд Чанган. Состав шел из китайского города Сиан до вашего морского порта в Баку. И теперь срок перевозки товаров между Китаем и Азербайджаном сократился до 11 суток. И именно ради таких успехов, такого инфраструктурного развития, важно поддерживать стабильность в вашем регионе. И Азербайджан, и Армения – важные партнеры Китая. Мы с большим сожалением наблюдали в октябре прошлого года из-за эскалации ситуации в регионе. И вот сегодня Баку и Ереван разрешают свои противоречия и разногласия путем переговоров и демилитации границ. В нынешней сложной и неспокойной международной обстановке это не только особо ценно, но также уникально. Китай призывают к созданию сообщества единой судьбы человечества. Мы считаем, в международной семье стран, независимо от размера этих государств, независимо от цвета кожи или этнического происхождения, каждая страна или каждый регион обладают равными правами, и к каждой стране или каждому региону нужно относиться в равной степени. И теперь, когда устранены противоречия, когда будут налаживаться диалог на равных, это нормализация отношений Азербайджана и Армении. Безусловно, приведет только к еще большему процветанию и развитию региона. Безусловно, мириться двум странам нужно было не только ради экономической выгоды. Считаем, что все это только ради общего благополучия населения в регионе. Мы в Китае искренне надеемся, что региональные проблемы в Закавказье продолжат решаться также мирным путем и решать их страны региона смогут самостоятельно и дальше. Учитывая интересы друг друга, Баку и Ереван сделают жизни граждан своих стран и сейчас в первую очередь жителей приграничных районов только лучше. Как известно, 23 апреля Конгресс США одобрил выделение помощи общим объемом 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайване. Из них 8 миллиардов долларов Белый дом инвестировал в Тайвань, цитата, на обеспечение безопасности. 26 апреля глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине предостерег Вашингтон от пересечения красных линий в отношении Китая. А глава КНР Си Цзиньпинь призвал США быть партнерами, а не соперниками. Как бы вы прокомментировали сложившуюся ситуацию? Да, ситуация вызывает тревогу. Президент США Джо Байден неоднократно публично заявлял, что он не стремится к новой холодной войне, не стремится изменить китайскую систему и не поддерживает независимость Тайваня. Однако фактический подход Соединенных Штатов прямо противоположен этому. Говорить одно, делать другое. Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. И именно поэтому министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос является красной линией в китайско-американских отношениях и это главный камень
преткновения. Позиция китайского правительства по тайваньскому вопросу последовательна и ясна. И оно решительно выступает против неправильного подхода Соединенных Штатов. И что касается нового законопроекта о выделении иностранной помощи объемом 95 миллиардов долларов, мы заметили, что на помощь Украине выделено почти 61 миллиарда долларов. Это достаточно много. Но если посмотреть на план реализации этой суммы, согласно данным CNN, 13,8 миллиардов долларов США переданы американской оружейной компании, производящей огнестрельное оружие. Около 23 миллиардов долларов пойдут на восполнение оружейных запасов США и 13 миллиардов долларов для вооруженных сил США в Европе. А на экономическую помощь Украине выделяется только 10 миллиардов долларов. Эта часть будет оформлена в виде кредита. Другими словами, Украина в будущем должна вернуть долг США. Да, США помогает Украине, но в чьих карманах на самом деле попадает эта помощь? Украине или военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов? Главным образом на помощь Израилю будут выделены более 26 миллиардов долларов. Из них 17 миллиардов, то есть 2/3 военной помощи, а остальное гуманитарное. После этого, как стало известно о принятии законопроекта Соединенными Штатами, мы заметили реакцию палестинцев. Как сказал палестинский лидер, руководство Палестины пересмотрит отношения с Соединенными Штатами для гарантирования защиты интересов. Это, конечно, и напоминает о том, что недавно США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Помощь Израилю, также выступление против признания палестинского государства – все едино. Все эти действия США лишь подливают масло в огонь. Ситуация в регионе продолжает обостряться и ухудшается, и страдает мирное гражданское население.